Здравствуйте. Мы с мужем решили совершить сплав по реке. Для этого едем в Купянск. Вот снарядили машину. Шульц, мы тебя не берем. Куда ты собрался? Шульц хочет, конечно, поехать с нами, но, к сожалению, это друзьям выкопало цветочки посадить. Сейчас едем в Купянск, а там едем в такой город, поселок или город Двуречное. Поселок Двуречное. И оттуда будем сплавляться по реке Оскол. И я буду оттуда вести репортаж. Снимаешь? Снимаю. Ну вот, едем в путешествие. В тесноте, но не в обиде. Пошло. Скажи. Сейчас мы находимся у истоков глубоководной и широководной реки Оскол. Хорошо, хорошая река, да, так, и мы сейчас. Где берет начало эта полноводная река, кишащая всякими... Крокодилами. Аллигаторами. И акулами. И чупакабрами. И мы будем среди них плыть и бояться. Боятся их ловить. Так. Вот мы приехали к верховью речки Оскол. Но, может, это, конечно, не самый верх. Нет, можно еще, да, было бы дальше заехать. Но тогда наше путешествие продлилось бы больше, чем один день. Вот наши мужчины снаряжают лодки. Да. Лодки надуты. Мальчики, внимание. Лодки надуты. Сейчас будет спуск на воду. Отец, берем за веревочку. Не он бревно, он какой-то бревно. Он за веревочку. Ну вот мы начали свое путешествие. Выплываем на большую воду от берега. Муж гребет, у меня задача, так сказать, его развлекать, чтобы не заснул по дороге. Не развлекать, а быть штурманом. Ну да, и заплыв в камыши. Друзья наши уже на большой воде нас ждут. Это железнодорожный мост, да? Нет, это старый мост. А, это старый, то есть он... Это старый мост. Мы вплываем в русло. Вон туда. Сейчас тебе разверну лодку. Угу. Да, рыбаков много, наверное, такие. И рыбка ловится, раз рыбаки есть. Речка не очень широкая, но такая чистота. Чистая и жаб много квакает, а жабы, это значит, экология тут неплохая. Впереди начинаются меловые горы, русло пошло туда. Сейчас мы немножко вывернем. Заканчивается там город. И начинается поселок Двуречный заканчивается. Да. Начинаются дикие джунгли. Да. Амазонки. По воде, наверное, больше, чем Северский Донец. Да. Ну, я имею в виду там, где чугуи, не там, где они соединяются. Ну, да, да. Славяногорск. Вот мы плывем. Посмотрите, какая красота. Водичка тихонькая. Погода сегодня нам как по заказу. Были дожди. Да, перед этим 3 дня были дожди, а сегодня тихо, не очень жарко. Просто прелесть.
А впереди горы меловые. А ну давай. Ух ты. Сейчас я форсаж дам. А мы тут фоткали, помнишь? Я уже не фоткал. На берегу березовая роща. А вот там впереди меловые горы. Посмотрите, какая красота. Мы подплыли к меловым горам. У меня есть видео, где мы смотрели на эти меловые горы издали, с другой стороны речки, вот где-то оттуда. Ну, конечно, это не здесь. Меловые горы эти тянутся на, наверное, сколько тут, 30 километров, да? Какой 30? Больше? Они тянутся со старого. Они тянутся, с... да, тянутся. Да, 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 ну, да. Какой там 30? А что ты говоришь там? А вон отверстия, ласточки там живут, летают. И, а наверху сосны растут. Вон там, да, точно. Как красиво. Как они на милую растут, бедные. Ну, а мы плывем дальше. А мы плывем дальше. Вот так мы будем всю дорогу плыть мимо меловых гор. Я снимаю, смотри, как красиво тут. Там вверху меловые горы, их сейчас немножко не видно. В стороне. А вот так вот по реке, как плывешь, такая тишина, красота. Единственное, что по берегам, то там рыбаки сидят, то там рыбаки сидят. Так что мы сейчас тоже где-нибудь причалим и забросим удочку. Первый наш привал. Греем котелок. С чаем будет. Лодочки наши отдыхают. Мы стол от полянку накрыли. У нас безалкогольная, так сказать, свадьба. Тут даже об алкоголе речи нету. Ну и вот, да, все, едем. Ну вот, привал у нас закончился, и плывем дальше. Места везде есть хорошие.